Всем привет! Сегодня мы будем рисовать по клеточкам. У меня приготовлен тетрадный лист в клетку. Мы будем рисовать мини-маус. От края листа отступим вправо 18 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И вверх отступим 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Поставим точку. И отсюда мы начнем рисовать. Сначала мы нарисуем контур изображения из этой точки. Проведем вправо 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Одну клеточку вверх, одну вправо, одну вверх, одну вправо, одну вверх, одну вправо. Теперь мы вверх поднимемся на 4 клеточки. 4 вверх, одну вправо, одну вверх, одну вправо, 3 вверх, одну влево, одну вверх, одну влево, 2 вверх, 3 влево. Одну вниз, одну влево, одну вниз, две влево, одну вверх, одну влево, одну вверх, три влево, две вниз, одну влево, одну вниз, одну влево, три вниз, одну вправо, одну вниз, одну вправо, четыре вниз, одну вправо, одну вниз. Одну вправо, одну вниз, одну вправо, одну вниз. Вот мы нарисовали контур нашего изображения. И начинаем раскрашивать. Возьмем, так, нам нужен очень светлый тон для кожи нашей мини. Поэтому мы возьмем не фломастер, у меня нет такого очень-очень светло-розового, у меня все розовые яркие. Поэтому я возьму розовый цвет карандашик, цветной карандаш. И вот внизу вот эти вот 4 клеточки закрасим розовым. В следующий ряд переходим и от левого края закрасим 2 вот эти вот клеточки розовым. С одного края и с правого края вот эти вот 2 клеточки тоже закрасим розовым. А между ними 2 клеточки закрасим красным фломастером. Вот эти вот. Переходим в следующий ряд. От левого края мы закрасим 2 клеточки розовым. Следующие 4 клеточки закрасим черным фломастером. Вот эти вот 4 клеточки. И следующие клеточки в этом ряду, вот эти 2, розовым. Переходим в следующий ряд. Закрашиваем от левого края 2 клеточки розовым. Одну клеточку черным, вот эту. 4 клеточки розовым карандашиком. 1, 2, 3, 4. Вот эти вот 4 клеточки. Одну клеточку черным. И 2 клеточки розовым. Вот эти вот. Переходим в следующий ряд. От левого края мы закрашиваем 4 клеточки розовым. Две клеточки черным фломастером. Вот эти. И 4 клеточки розовым в этом ряду. Переходим в следующий ряд и закрашиваем одну клеточку черным от левого края вот здесь. Одну клеточку розовым карандашом. Одну клеточку пропускаем, оставляем ее белой. И следующую через одну вот здесь закрашиваем одну клеточку черным. Две клеточки розовым. Одну клеточку черным. Одну клеточку пропускаем. Оставляем ее не закрашенной. Следующую клеточку через одну вот здесь закрашиваем розовым. И одну клеточку черным. Переходим в следующий ряд. От левого края закрашиваем одну клеточку черным. Одну клеточку розовым. Одну клеточку пропускаем. Следующую раскрашиваем черным, вот здесь. Две клеточки розовым карандашом. Одну клеточку черным фломастером. Одну пропускаем клеточку, оставляем ее белой. Через одну вот эту клеточку закрашиваем розовым. И одну клеточку черным. Переходим в следующий ряд. Закрашиваем слева две клеточки черным, вот эти.
одну клеточку розовым. Теперь мы пропускаем две клеточки, оставляем белым. Следующие две закрашиваем розовым вот здесь. Две клеточки пропускаем. Одну клеточку вот здесь закрашиваем розовым. И следующие две черным. Переходим в следующий ряд. Закрасим три клеточки черным слева вот здесь. Две клеточки красным. Четыре клеточки розовым. Две клеточки красным. Три клеточки черным. Переходим в следующий ряд. Слева закрашиваем три клеточки черным. Одну клеточку красным. Одну клеточку розовым. Одну клеточку красным. Две клеточки розовым. Одну клеточку красным. Одну клеточку розовым. Одну клеточку красным. Три клеточки черным. Переходим в следующий ряд. Закрасим 4 клеточки черным. Одну клеточку красным. Одну клеточку розовым. Четыре клеточки красным. И четыре клеточки черным. Переходим в следующий ряд. Закрасим слева две клеточки черным. Пять клеточек красным. Одну клеточку розовым. Две клеточки красным. Две клеточки черным. Переходим в следующий ряд и закрасим одну слева клеточку красным, одну розовым, две красным, две пропускаем клеточки, две красным, одну розовым, одну красным. Переходим в последний ряд и закрашиваем три с этой стороны у бантика клеточки красным. И с этой стороны три клеточки красным. Вот такая мини у нас получилась. Такой простой небольшой рисунок. Если тебе понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал. А сейчас пока-пока.